Выявить лучших из лучших, повысить профессионализм и престиж профессии учителя. Развитие системы образования в целом – это лишь часть задач, которые решают конкурсы профессионального мастерства среди педагогов. В 2021 и 2022 годах проведено 7 муниципальных профессиональных конкурсов. Их участниками стали 167 педагогических работников, 28 учителей стали лауреатами, 9 удостоены звания «Победитель». 31 раз в Одинцовском округе прошел конкурс профессионального мастерства «Учитель года». За звание лучшего боролись педагоги начальной школы английского языка, физики, физкультуры и изобразительного искусства. Видеовизитка, презентация педагогического проекта, работа на мини-кафедрах, найти выход из сложной психологической ситуации. Конкурсантам предстояло пройти 3 этапа профессионального состязания. На подготовку к каждому 2 недели, в помощь подсказки от победителей прошлых лет. Те, кто дошел до финала, должны были принять участие в свободной дискуссии на заданную тему. Не случайная случайность, о педагогическом даже не думала, поступила заодно с подружками. Сомнения у Елены Юрьевны оставались даже тогда, когда впервые перешагнула порог класса в качестве учителя. Это было 36 лет назад в Одинцовской школе номер 3, которую она окончила сама. Наставником моим был мой первый учитель, Ада Ивановна, как сейчас помню. И вот начинала я вот маленьким, как говорят, птенчиком. Но мне повезло, у меня вокруг были очень опытные наставники, которые всегда помогали, к которым я всегда могла прийти посоветоваться. И на их опыте я набиралась сама. Теперь она сама может быть наставником. Ее педагогическое кредо – не навреди, а помоги. Елена Насонова уверена – это самое главное. Проработав уже столько лет, я поняла, что это мое. Это мое. Когда детишки приходят и не умеют ни читать, ни писать, а выходят у тебя на выходе грамотными, читающими, пишущими, и я этим наслаждаюсь своим итогом, своей работы в 4 классе. В этом году Елена Юрьевна решилась на участие в конкурсе «Учитель года». Его участники демонстрировали членам жюри свои методические наработки, проводили открытые уроки, защищали проектно-исследовательские работы. Последний этап был самым сложным, признается конкурсантка из 6-го лицея. Но и он оказался ей по силам. Прикладывала силы, желания, показывала все, что наработала за всю свою педагогическую практику. Но неожиданно, что первое место. Но это здорово. Елена Юрьевна Насонова, победитель конкурса «Учитель года 2022 Одинцовского округа». На сцене Одинцовского центра эстетического воспитания творческие выступления финалистов педагогического марафона классных руководителей «Учительство Подмосковья. Воспитанию будущего поколения России». В зрительном зале сами участники, их ученики с родителями и коллеги. Школа существует, чтобы мы мечтали, отвечали на вопросы «что» и «как», «почему». Шаг навстречу сделай в этом зале, по дороге к счастью своему. 3-й Г-класс Голицынской школы номер 2 под предводительством своего классного руководителя представил мюзикл «Счастье». Ребята не впервые участвуют в разных конкурсах, обычно занимают призовые места. Сейчас они помогают своему учителю выйти в лидеры. Пришлось пройти 3 тура. Первый тур, ну, больше, так сказать, бумажный, где мы представляли концепцию, портфолио, естественно, и представляли также творческое выступление. Второй тур – это уже непосредственно занятие. И 3-й тур – творческое представление здесь, вот, в финале. И эта совместная работа учителя, его учеников и их родителей принесла результат. Елена Валерьевна Житко – победитель марафона классных руководителей «Учительство Подмосковья. Воспитанию будущего поколения». Воспитатели помогают малышам раскрыть таланты, прививают любовь к окружающему миру, становятся их первыми помощниками. В этом году за звание лучшего боролись 11 конкурсантов – воспитатели, учителя-логопеды и музыкальные работники. Им предстояло продемонстрировать компетентному жюри свое профессиональное мастерство, владение практическими навыками, творческие способности, находчивость и целеустремленность. Воспитатель года 2022 Лидия Игоревна Шепелева, воспитатель дошкольного отделения детского сада номер 30 школы «Квантум» имени Героя Советского Союза Василия Фабричного.
Рассказать о себе, своих проектах и целях на будущее. 9 участников конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» дошли до финала. На этот раз им предстояло выступить с педагогическим посланием. Пришла с удивительной своей историей. Действительно, работала в городе Верия, работала в администрации, работала ведущим юристом. И вдруг коренным образом поменяла всю свою жизнь. Закончила, получив второе высшее образование, закончила с отличием Институт художественный имени Сурикова. Александра Белова, педагог дополнительного образования, в Центр эстетического воспитания пришла работать 2 года назад. Ее воспитанники принимают участие в окружных, областных и всероссийских конкурсах. На этот раз в числе победителей Александра Белова. Она финалист конкурса «Сердце отдаю детям». Не только опытные педагоги Одинцовского округа участвуют в конкурсах профессионального мастерства. Состязания проводятся и для молодых специалистов, чей стаж работы в общеобразовательной организации не превышает 3 лет. Требования к конкурсантам такие же строгие. Высокий профессионализм и творческий подход. Победительница конкурса «Педагогический дебют 2021» Виталина Игоревна Король, учитель иностранного языка Одинцовского лицея №2. Конкурс «Педагог-психолог года» ориентирован на развитие психологической службы в системе образования Одинцовского округа. И, конечно, он содействует профессиональному развитию самих конкурсантов. Это состязание проходит в 3 тура. По их итогам лучшей в 2021 году стала Инна Александровна Посемейнова, педагог-психолог Одинцовской лингвистической гимназии. В 2022 году Министерство просвещения России совместно с Русской Православной Церковью при поддержке администрации президента провело всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет за нравственный подвиг учителя. Его цель – укрепление взаимодействия церковных и светских систем образования через выявление и распространение лучших методик воспитания, обучения и внеучебной работы с детьми и молодежью. В числе лучших оказались и одинцовские педагоги. За успехи, достигнутые в деле образования и воспитания, 30 учителей из 18 образовательных учреждений решением конкурсной комиссии были представлены к награждению денежной премии главы Одинцовского округа.